столько перемен, столько нового, столько необычного открывается сердцу в связи с тем, какой цвет у жеребца, как он появляется. И столько загадок, столько интересного происходит. И в картинах тоже хочется вглядеться, хочется понять, что же там рассказывает эта удивительная композиция, такая о таких глобальных событиях. И вот через шрифт, через картины она еще открывает, ну, как события, вот эти значимость этих событий, какие-то грани, какие-то тайны. Да, да. Да, благодаря, конечно, видеотексту это, ну, так скажем, визуально ты это вот можешь увидеть. Даже не важно, что там текст идет, а у тебя все равно вот эти вот картины. И еще там вот интересная была подборка. Не видео, ну, а вот фрагменты там вот, где земля или где цветок, вот это на ковре из травы, вот эти маленькие, необычные такие цветочки. И там слова: «И цветением трепетным призвала любовь». И появляется, по-моему, после этих слов, и появляются как раз вот эти цветы. Просто интересно, что благодаря видеотексту, ну, как мне казалось, это что-то, наверное, призвала любовь, что-то такое большое. А благодаря видеотексту вот можно эту любовь увидеть в малом. Очень созвучно. Созвучно, что вот прямо в душу заглянуло солнышко, открылся небосвод голубой, и вот этими золотыми буквами в сердце прям полилось солнышко и его действие. А потом радуга, радуга текста, радуга чувств, радуга действий. И такое ощущение, что я впервые вижу эту композицию вообще сегодня. Впервые, потому что вдруг увидела это обращение прямо в сердце, прямо ко мне оно направлено. И заглянуло оно в глазоньки, обогрело личики. И чтобы дом наш, нашей души, цветок наполнился, раскрылся. И как она рассказывает действительно и алым светом, как действует любовь, и солнышком, солнечным, бирюзовым, как капельки, синим, мощным, как река, чтобы влилось. И все это одновременно происходит. Ведь в природе нет такого последствия. Вот я вот это сделаю, вот это, да? А вот сразу же, со всех сторон, всеобъемлюще. И действительно, все-все дарит. Ну, драгоценный такой дар, одновременно и загадочный. Еще там внутри рассматривать это, чувствовать. А что же здесь, а что же здесь? И все сердцу там, чтобы зацвело, чтобы вот наполнилось вот это вот алым цветом, в конце концов, и засияла так же, и весну приняла. Вот удивительная, удивительная композиция, но сегодня для меня совершенно по-новому открывается. Интересно, что вот эти вот быстро меняющиеся разнообразные смены, которые происходят в видеотексте, они словно приглашают меня встретиться с этим, обратить свое внимание. И действительно, я туда, как это, направляюсь туда, словно сливаюсь с этими событиями. И в результате вот у меня как-то созвучно с тобой в том плане, что я сегодня, вот когда композиция завершается, и вот эти прекрасные строки «С ним весну прекрасную сотворим», они у меня сегодня как-то по-новому прозвучали, потому что мое участие, оно было более, ну, действенным, что ли, или как-то более слитым, что ли, благодаря тому, что все мое внимание было направлено к событиям этой композиции, к событиям смены этих действий, этих превращений, этой новизны. И сотворим. Ты говоришь, я поняла, что происходило. Я поняла, происходило то, что у меня сейчас в душе, это непосредственно здесь и сейчас, благодаря композиции моей души это происходило. И капельки, и ручейки ощущались, и действия самой весны. Вот именно дом души восторженный наполнялся. Знаешь, вот я поняла, что происходило. Не просто рассказ о солнышке весеннем, который я всегда композицию воспринимала, как оно действует, а именно сейчас, здесь и сейчас. Вот в этом новшество.